знаете, это вот авторское телевидение. Мы снимаем улыбку Джоконды. Ну, Джоконда, я думаю, почему так эта женщина? Ну, вот можете ли вы себя на секундочку ощутить Джокондой? Ой, это совершенно безумный вопрос в наше время. Пожалуйста, вот красный. Пытаемся. Вот, Господи, мне мой муж лучше поможет. Вы Джоконда. Джоконда, точно, совершенно. Ну почему? Почему? Почему у себя так плохо оцениваешь? Таинственности нет никакой. Я вся открыта, да, как на ладони. Это что, это стул, а вот эта камера, значит, это мольберт Леонардо. Попробуйте. Представьте, что вот это Леонардо да Винчи. Он, видите, он красный огонек. А я что, не влюблюсь, что ли? Нет, нет, вы просто вот, как будто бы он пишет ваш портрет. А, ясно. Браво!